Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы покажем вам, как мы пытаемся поймать мышей, которые завелись у нас в сарае. Дедовский старый способ. Сделал эти мышеловки мой дедушка Анатолий Иванович. Вот у нас два вида. Одну я уже снарядил. Сейчас буду снаряжать вторую. Смысл мышеловки в чем? Сделана пружинка. Эта пружинка закрывает как бы часть входа. Мышка, когда чувствует корм, в данном случае семечки мы положим, она перегрызает две ниточки, которые находятся в середине, туда попадает, и она, пружинка делает так, и мышка у нас попадает между двух пружинок. Для того, чтобы снарядить эту мышеловочку, берем ниточку, иголочку, и запускаем ниточку, проделанные заранее два отверстия, которые будут держать нашу пружинку. Сквозные запускаем вниз, оставляем хвостик и запускаем вверх. Теперь берем аккуратненько пружинку, вставляем ее и завязываем узелочек. Чтобы было красиво, ничего не мешало, обрезаем хвостики. И вот окушка у нас заряжена. Все, осталось туда поставить немножко корма. И мышка, надеюсь, наша попадется. Так, ну что, мышеловочки заряжены. Ушло на это буквально 5 минут. Видите, как она держит ниточка ее, пружинка. Мышка чувствует корм, залазит, перегрызает ниточку, что для ее зубок не составляет особого труда. И пружиночка, отодвигаясь вверх, просто защемляет ее туловище посрединке. Сейчас мы его снарядим и отправимся на тихую охоту. Дырочки не сквозные. Берем семечки туда. Запихиваем в надежде на удачную рыбалку. Охота. Здесь у меня тут немножко старых семечек. Я думаю, что мышки их с удовольствием будут кушать. Ну вот как бы инструмент готов для использования.